Это была пожилая пара, с которой я работала, и ее муж пришел. Ну, проблема была у жены. Работала я с женой через, ну, через мужа. Было достаточно сложно, потому что человек, он как бы, его сознание не совсем находится в теле. И поэтому по теме Альцгеймера работать, ну, достаточно сложно. Тем не менее, есть определенные зоны, которые я сейчас покажу, которые могут способствовать предотвращению этой вещи и в то же самое время при остановлении вот этого вот клеточного изменения, вот этого вот клеточного замещения мозга. Ну, кто не клеточного замещения мозга, а клеток в мозгу, именно мозговых клеток. А кто, в принципе...